Можно, Александра, если в тему, то можно. Да, маленькую ремарку, очень важно не те, кто разъединяют, есть. А кто разъединяет общество, а кто может его примирить и к кому есть доверие, когда я поднимал. Так вот, последнее исследование показывает, что доверие есть к армии, к волонтерам и к представителям церкви. Это те, кто как-то еще могут сбалансировать и успокоить. Александра, к церкви абстрактное доверие. У нас есть три православных церкви, есть греко-католики, да, поэтому это... Духовникам, давайте это так. Это общее абстрактное доверие. Кому вы доверяете? Но это те, кто могут хоть как-то уравновесить немного и успокоить. Ведь повысить градус, да, недовольствия, это очень легко, он и так достаточно. Александра, ну, здесь я от себя замечу, что уравновешивать и успокаивать можно, когда народ хотя бы более-менее сыт.